Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга, это Гера, который засмотрелся безделье на... Безделье утомляет меня. Да, и безделье нас утомляет. Итак, мы с вами продолжаем играть с Ведьмака первого. Да ладно, Геральт, ты уже там шею себе свернул. Мы в пещере, и из этой пещеры пора, наверное, вылезать. С эльфом, эльфами мы поговорили. Эльфов мы накормили, больше разговаривать мы с ними не будем, ибо ну их нафиг, как говорится. Так вот, у нас на самом деле куча всяких дел. Сейчас мы будем вспоминать, что делать, потому что для вас, может быть, прошло чуть-чуть времени с последней серии. Для меня прошло очень много, где-то порядка месяца я не заходила в эту игру, да и во все остальные игры тоже. Так сложились обстоятельства, но... Это не повод тупить и тормозить. Во-первых, цветочки. Да, я помню, что нам надо... Нам надо срывать цветочки? Нет, я помню, что у нас места нету для цветочков, Гера. Вот это я точно сейчас вспомнила. Итак, основное наше задание. Это... Берингар поведал мне о вражде между людьми и водяными. У людей за главного человека по имени Юлиан, а водяными руководит их жрец. Мне нужно поговорить и с тем, и с другим. Ага, жрец водяной. Сколько у нас сейчас время? 18. Я так думаю, что самое время... Ох, как красиво вечереет. Посидеть, наверное, у костерка, что-нибудь там съесть, выпить. Эльфы, вы позволите к вам тут присесть? Вот. Не знаю, насколько съесть, выпить, а вот что-то соорудить. Давай посмотрим. В принципе, у нас есть всякие ласточки, всякое такое. Разное десятое. Но думаю, что можно еще что-то сделать. Например, ту же кошку. Да? Вот. Единственное, что я помню, что вот это лучше не использовать. Когти кикиморы. Хотя их у нас дофига, почему не использовать? Ну, можно и что-то другое взять, например, вот это. И вот это. Это что такое? А, пыльца тени. Нам, по-моему, куда-то нужна была. Вот, отлично. И давай мы промедитируем до полуночи. 6 часов. Слушай, подожди, Гера, а у нас с нашими умениями что творится? Дай-ка посмотрим. Да ничего не творится. Короче. Сидим. И сейчас начнется, да? Так, темно. Не люблю ходить, когда темно, потому что... Вам ничего не видно, мне подавно ничего не видно. Вот, положим мы сюда кошку. Немножко освободимся. Ну и пошли, водяной жил там. Мы достаточно отбежали от этого места. Да, вполне... Да, конечно, утопцы. Не, отстаньте, утопцы. Ваши мозги у меня уже отягощают карманы. Они, конечно, не отстанут. Они вообще упорные. Ага, а это водяные уже. Они вроде как нормальные. Геральт, а как бы тут спуститься бы нам никак? Или это эти догоновские прихвостни? А, по-моему, да, они... Да-да-да, они тут кругами ходят. Так, и девочка. Девочка странная. Правда-правда. О-о, видали-видали? Так, что у нас? Подожди, что у нас? У нас метеоритная сталь. Нам нужен серебряный. Девочка, отвали. И этот, по-моему, у нас был силовой, да. Мне страшно! Смотри-ка, он уклоняется еще, зараз.
Гера, а почему групповой-то? Вот и все. Делов-то. Так, что у нас там? Пузырь водяного. Пошли, детка, шла бы ты домой. Смелая девочка. Это сейчас что за странная музыка была? Гера, а почему мы тут не ходим? Та-дам! А, надо же что-то положить, по-моему. Алтарь. Это мы уже читали. Статую алебастровую и так далее, и так далее. Я думала, еще можно поговорить с водяным. Но нет его. Нет кита, как обидно. Может, что-то положить? Нельзя тут ничего класть. Нет. Только почитать. Зря сидели. Ну, в общем, опять бестолковость продолжается. Но знаете, что я сделаю? Я, наверное, рвану к этой владычице озера. А, может быть, она мне что-то расскажет. Это, в принципе, и через нее все идет, я так понимаю. Да? Пищ. Отплываем. Приплываем. Да, красота. Прям вот хочется прилеснуть, но каждый раз прям вот рука не решается это сделать, потому что очень красиво. Так, все, хорош. Полюбовались? Где я ее могу найти? И покажется ли она нам, как говорится, в неурочное время? А, вот она. Да? Страшный голос. А что-то сделалось до сих... Так, ты задумалась, где мне найти... Вот, где найти жреца водяного? Госпожа, где мне найти жреца водяного? У моего алтаря на берегу. Хотя последователи Дагона то и дело отгоняют его оттуда. Понятно. Да? Госпожа, могу ли я что-нибудь сделать для тебя? В моем царстве нарушен мир. Люди и водяные постоянно враждуют из-за собственной жадности, страха и непонимания. Полагаю, у каждой из сторон должен быть неформальный лидер. Верно. Поговори со жрецом водяным, что сидит у моей статуи. А со стороны людей выступит Юлиан. Я займусь этой проблемой. И кто же прав? Дело не в том, кто прав, а кто нет. Я хочу, чтобы обе стороны примирились друг с другом. В таком случае тебе придется убить Дагона. Но это не все. Ты должен принести мне по одному предмету, символизирующему гармонию, от каждой из сторон. Эти предметы должны тебе дать представители обоих обществ, в знак почтения моей скромной персоны. Я скоро вернусь. Взгляни внимательно на статую. Ты поймешь, что это должны быть за предметы. А, ну так мы об этом и читали уже. Отлично, подожди, не уходи далеко. Да? Не-не-не, у меня нету, что ей нужно. А о чем она задумалась? Госпожа, ты задумалась? Иногда я вижу будущее, ведьмак. Я тебе скажу, что случится. Ой-ой, не надо. Предназначение
опутала своими путами одного ведьмака. Его путь ведет в тьму, горю и боли. Я хочу помочь ему выстоять. Кто этот ведьмак, госпожа? Гера, ты это... или Беренгар. Поговори с ним, и пусть один из вас встанет на путь предназначения. Я поговорю с Беренгаром, посмотрим, что он скажет. Ага, вот так вот. Вот так вот. Взяли и пришли, и ничто, собственно говоря, не говорило нам о том, что мы сюда должны прийти. Просто, как говорится, чтобы убить время, и уж поскольку мы тут были, я сюда рванула. Офигеть. Вот цена. Так, ну ладно, тогда все равно мы не будем сидеть у костра. Ночь. Пошли сбегаем обратно к этому водяному. Значит, вот эти вот прислужники Дагона его отпугивают. Значит, когда они там ходят, водяного там не будет. Ну, а по поводу предметов мы с вами читали в предыдущей серии. По-моему, там что-то там было. Браслет, по-моему, и какая-то алебастровая скульптура. Или алебастровый браслет и золотая скульптура. А сейчас еще раз почитаем. Ну, в общем, что-то такое. Я не думаю, что тут какое-то... Может быть, у нас какая-то путаница. Не думаю. Очень хочется надеяться, что игра не настолько коварна, что будет нам подкидывать всяческие эти. Так, Гера, да, приплываем. Очень красиво, очень медленно приплываем. С приплыздом, как говорится. Ну, вон они там бегают. Ну, тут бегает девочка смелая. Девочка смелее, чем этот... Где моя кошка? Это кошка? Я видел тут жуткую обезьяну. На кошку она была мало похожа. Так, давай посмотрим, что еще тут может быть. Вернее, почитаем. Не, смотри, да, все, нету его. Может быть, надо прибить всех этих. Итак, ага, богиня... Алчность. Ага, ладонь человеческая. Водяные заключили. Браслет из чистого золота. Ага, ага. И статую алебастровую. Все. Прошу прощения, что я так это... Как бы торопишься, все получается по-другому. Не так, как надо. Слушай, а как же так? Они вообще сюда не заходят. Почему они отпугивают этого несчастного водяного? Это что такое, лягушки? Ой, надеюсь, что вы видите. А на самом деле, знаете, что надо сделать? Надо, наверное, бежать к костру, дожидаться дня и бегать днем, а ночью только по... Ну, по нужде. По большой нужде. Будем бегать по ночам. Так, кто там у нас? Так, а вот теперь, Гера, групповой стиль. Групповой. Ну вот, мы всех перебили. Я, в принципе, с ними связалась не для того, чтобы мне прям нравится люлей отхватывать, а для того, чтобы появился этот водяной. А где еще один? Их трое было. Смотри-ка. Сейчас. Тут как-то очень странно сейчас переливались эти кусты. Более чем уверена, что вам не видно. А, это так вода отсвечивает от них. Или костер, или что там у нас? А, лодка. Ясно. Смелая девочка.
Ну нет, водяной даже, он даже не отсвечивает, как видите. Не. Можно здесь бегать бесконечно. Но его нет. Окей. Где у нас ближайший костер? По-моему, где-то здесь за углом был. Вот, тогда мы побежим с вами. Ага, ага, наяда, генация, костер. Трепанация. Блин, костер. Дай-ка, дай-ка мне... Игни. Что это мы сделали? Мартышку, уйди отсюда! Сидим, Гера, до утра. Вот. Прохлаждаемся. Вот она прыгает вокруг нас. Мерзостное создание, ужасно. Вот, ну совсем же другое дело, да? Вот днем-то. Наедем мы не пойдем. Мы с ней уже все решили, браслет ей отдали. Так, ну... Вообще-то я не знаю, но они, как бы, все эти водяные действительно вечером выходили. Да, можно дальше не бежать, его нет. Тогда в деревню. Потому что девочка, она вообще, у нее дом-то есть? Что-то с ней не то. Так, в деревню нам туда, мимо этих виверн. И, по-моему, нам... А... Яйца от виверн мы вроде как уже отдали. Что-то надо было еще, по-моему, по второстепенным заданиям чего-то набрать. Шкуры драконидов. Или не драконидов. Короче, какие-то шкуры нужны были. Это можно посмотреть, но мне сейчас просто неохота останавливаться и лезть в инвентарь. А что у нас задание-то не выставлено, а, Геральт? Почему у нас не выставлено задание? Это было у нас круги на воде. По поводу жреца доспехи. Обыскать склепы. В поисках записи Министреля. А что-то там, помните, народ говорил, что где-то какой-то там Оська, Васька закопал в каких-то... Нашел какие-то бумажки и где-то их закопал. Ёлки, надо пересмотреть мне ту серию, потому что я не помню, где он их закопал. Может, конечно, это просто треплё. Кулачный бой. А где Беренгар-то? Ведьмачьи секреты? Нет, это Соломона, искушение, это все. Так, Альвин, да, по поводу Альвина еще надо выяснить. Прошлое, пути предназначения. Вот, давай-ка так, поскольку, по-моему... Почему у меня прямо этот костер и показывает? А, как вовремя, слушайте, ну это прям... Я прямо... Беренгар. Да? Балда. Ты говорил с владычицей озера? Боги не разговаривают с простыми смертными. Избавь меня от своего сарказма. Итак, какие удивительные вести открыла тебе местная богиня? Она говорила о предназначении. Предназначение совершенно меня не интересует. Если хочешь поиграть в героя, то пожалуйста. Я тебе даже помогу. Видишь ли, я тебя тут недавно обманул. Да, обманул. Я уж поняла. Ай-яй-яй. Саламандры заставили меня передать им несколько формул, проводили на мне исследования. И знаешь что? Я даже не протестовал, и они мне неплохо заплатили. Ах ты продажный. Почему? Ты сам знаешь почему. Я хотел жениться, детей завести, жить как все люди, а вы, ведьмаки, вы украли у меня это право. Люди меня ненавидят, когда они видят мои глаза. Они бледнеют от страха. А что касается детей... Скажи мне,
Какая разница между твоим любимым Каэр Морхеном и логовом Саламандр? Я здесь не для того, чтобы говорить, что я чем-то лучше тебя. Оставь меня в покое. Один твой вид меня раздражает. У меня начинают возникать сомнения. До встречи. Вот тяна, теперь я должен вернуться, рассказать. Подожди, Геральт. Вот би... Слушай, это игра. Пардон, управленница. А, ясно. Управленница подкачивает. Ой, носись теперь. Тудым, сюдым, сюдым, тудым. Что это такое? А. Ну... Кури, гуси, утки. Хорошо, нам дали лодку. Но плохо, что надо оббегать все это почему-то кругами. Ай, надо успокоиться. Я как-то нервничаю, что, знаете, как говорится, хочется уже, чтобы дальше сюжет пошел. А мы с вами бегаем, бегаем, ездим, ездим. Кстати, днем я, по-моему, не видела еще эту картину. Ладно. Где там такой камень на отмеле? Я не видела. Мы все как-то по ночам сюда приезжали. Но Владычица озера, я думаю, не только по ночам нам покажется. А, вон, смотри, там камень. А мы туда не доходили. Надо дойти. Почему я там не была? Там какие-то твари были, по-моему. Почему опять темно? Еще только утро. Керочка в ромашках. Я знаю, что это не ромашки, но... А лилии? Они же кувшинки. Так, вот она, она тут. Отмокаешь? Да. Его не интересует предназначение. Я говорил с Беренгаром. Его не интересует предназначение. Мое видение определенно касалось тебя, Геральт. Что ж. Когда придет время, я наделю тебя даром. Он тебе поможет в твоей трудной дороге, беловолосый. Это за этим. Это за этим я сюда приходил. Ну, с другой стороны, владычица озера, как говорится, даже Беренгар говорит, это боги. И не со всеми они разговаривают, так что гордимся немножечко. Королевская виверна. Дай-ка мы сохранимся, Геральт. На всякий случай. Посмотрим на... Нам нужна вообще виверна-то? Нужна нам виверна? Гера. Подумай. Чайка такая полетела. Гера, ты понимаешь, что нас с тобой сейчас чуть не убили? У нас стоял какой групповой стиль? Так, мясо, токсин и ядовитые железы. Оно нам надо? По-моему, нет. Яйцо еще зачем-то. По-моему, нам это не нужно.
Ну, живут себе зверушки и живут. Давай съешь что-нибудь. Чем мы можем съесть? Какую-нибудь рыбу выпотрошенную. Вообще-то лучше всего, конечно, выпить кукушку, ласточку. А, кстати, здесь костер. Ну и фиг с ней, с этого верной. Пусть живет. Подожди, а как? Как я сюда забралась? И почему я теперь не могу слезть? О. Не пойдем мы сюда. Я хочу подойти вот к этому камню. Так, дай-ка подсветим, посмотрим. Во. Интересно. Сундук. А ну-ка. Ну вот, еще что-то можем съесть. Ножку, например. Все равно нужно освобождать место, да? Алтарь Дагона. А, так этого того самого мерзкого Дагона. Давай ему подсунем тухлую рыбу. Ух ты, смотри, прям как там. Ну, у нас нечего положить для Дагона. Ну, выглядит забавно. Отсюда он, очевидно, выходит, да? А, мы плавать не умеем. Не та игра. Ну... Да. Прям эпично. Лягушечки. Эпично, эпично. Ладно, пошли. Посмотрели и будет. Там, значит, виверна. Ну и хорошо. Надо, наверное, еще что-то съесть. А что, подожди, вот это у меня такое? Вот это вот что? А, хитиновый... А, хитиновый панцирь. Вот что мне нужно. Для этого... Не помню, как его зовут, короче. Ну, вы поняли. Этот. Жених Алины. Так, костер. Я помню, что на этом острове, на чудесном острове. Было что-то еще с этой стороны. И уж коль мы тут. А дали какие красивые, да, вот там. Мне что-то нужно было с Василисков? Круг последней капли. Сундук, сундук. Угу. Угу. Так, подождите, Василиски. Давайте мы посмотрим, есть ли у нас что-нибудь на Василисков. Контракт на скалопендроморфа. Василиска. Что от них нужно? 3 шкуры Василиска. Гера. Значит, мы делаем следующее. Мы так и пьем, наверное, ласточку, да? Просто казалось, что у меня еще какая-то есть ласточка. Так, потом мы делаем следующее. Мы сохраняемся. Перепишем отмель. Ждем. Интересно, Василиска действует огонь? Или нет? А, знаешь, что еще надо сделать? Ну-ка, меч. Шлифовальный камень. На 20, да? Зачем нам его беречь-то? А Василиски это кто? У нас есть масло от них? Mm.
Масла, масла. Вот они, масла от призрака, падальщика. А, это просто смазка. Серебряный меч. Орнитозавра. Слушай, а Василиска-то орнитозавр? Подожди, сейчас посмотрим. Монстры. Василиск. Ну, орнитозавр он, скорее всего. Вот, орнитозавр. Так. Хорошо, тогда возвращаемся к нашему инвентарю. Берем орнитозавровское масло и мажем. Подожди, так, и, наверное, да, наверное, именно групповой стиль, а что делать? Гера! Гера, ну как же так-то? Ну все же было хорошо, почему мы сдохли? А волки от испуга скушали друг друга. Ну давай загрузим. Чуть-чуть здоровья не хватило, да? Значит, что делаем? Сразу пьем ласточку, ждем, пока она подействует. Вот. Пока восстановит все здоровье. Мы полезли туда с неполным здоровьем. Это все из-за тебя, мартышка. Теперь меч. Так. Успел меня кусить, Василиск. Может, еще съесть что-нибудь? Давай, съешь. Давай-ка, Геральт. Да, с этим групповым стилем такое себе. Так, ну что ж, вот и Василиски. Не-не-не, нам не это. Нам не нужен жареный Василиск. Давай-ка мы с тобой посмотрим глаз орнитозавра. Ну, как все вкусно. Берем все. А че... Черт побери. Что ж нам выкинуть? Нам опять надо что-то выкинуть. Ой. Двустрел. Ценная вещь. Что не ценная вещь? Эфир.
А что у нас есть еще эфира? Мозги эти утопца. Вот, Негреда. Негреда есть еще где-нибудь? Зубы Альпа, эфир. Негреда, Квербит. Давай выбросим этот язык плавуна. О, тем более тут тоже есть Негреда. Так, подождите. Шкура. Похоже, что... Нет! Ну, было же 4! Уйди, животное! Было же 4 этих орнитозавра. Да, все, мы собрали все 4. Даже больше. Так, язык плавуна уже не влезет. Круг последней капли. Мало интересуют сундуки. Так, это что, черный порох и выпотрошенная рыба? Угу. Окей. О! Руна луны. Ну, опять же, не то, что нам эти деньги очень нужны. Какие-то котомочки валяются. И все, да? Дальше мы никуда пройти не можем. А что такое? А, это мы тут немножечко усилились. Ладно. Язык плавуна оставим мартышке. Ну вот, видите, все-таки что-то сделали полезное. Не просто так сюда прокатались. Потратили, правда, кучу всяких ингредиентов. Ну, а что делать? Соляви, как говорится. Давай. Подплываем. Приплываем. Убегаем. Че, у него весь день, да, ковырялись? Сколько времени? А, не. Какое-то освещение, честно говоря, знаете, вот. О, дед. Бывай, бывай, разговорчивый. Прощай. Бывай, ты мне нравишься, вот в отличие от всех остальных персонажей, которые треплются, треплются без конца. Ты вот самый такой классный. Так, я просто проверю, есть ли там водяной. Вообще никого нету. Может, он появится? Стоит только подойти. Нет. Да? Ну вот посмотрите, какое освещение. Прям какое-то... Знаете, такое бывает освещение перед грозой. Когда солнце вот низко из туч выбивается. Прям желтое такое. Я ничего, я никакие фильтры, ничего такого не ставила на эту игру. Но вот тем не менее. Очень так странно. Ладно, что ж, пошли. Куда бы мы ни пошли. Пройдем мимо Берингара, попробуем еще его потягать за усы. Я так только предположительно помнила, что он где-то там сидит. Остановились как раз рядом с ним. Ищи, говорит, в гробницах. Гробница где-то здесь, но что-то как-то мне сейчас не хочется нигде ничего искать. Слушай, а все, его нету. А нет, есть. Берингар? Да? Будь здоров. Как видите, говорить с ним больше не о чем. Если он не видит разницы между Каар Морхеном и... скалопендроморфами и саламандрами, то я уже и не знаю, о чем с ними разговаривать. Заставочки симпатичные, нравятся мне. Понятно, что это обработанное просто видео под живопись, но все равно приятно. Итак. Может так ко мне относиться?
А кто к тебе... Ходят слухи, тебе являлась владычица озера. А кто это уже такие слухи распространяет? Ты ж посмотри, а? Ай, соседи-враги. Итак, давайте-ка мы поставим это задание нам. Василиски, да? Это кому мне надо отдать? Юлиан. Так, а поговорить мне надо... я сейчас вспомнила это. А у меня Мандриан. Одарить секрет Беренгара. Беренгар признал, что сотрудничество он должен объяснить, почему. В общем, Беренгара надо вытягивать, наверное, стальными щипцами и по слову в день. Я так думаю, что надо позже к нему прийти. Ладно, так, круги на воде. Вот, Юлиан и... Секундочка. А, это все Юлиану? А, ну так отлично, отлично, отлично. Тогда давай все вот Юлиану и понесем. Где он? А, он не в деревне, он в таверне. Гуси-гуси, га-га-га. Да-да-да-да-да. Они же тут. Он же приезжий. Ну, не положено видеть невесту до свадьбы. Да? Гера, открой ворота. Здесь воняет. Вот так, если постоянно писать в одном и том же месте, будет вонять. И будет у вас в клозетах разрухом. Так, да? Так, ты мне не нужна, мне нужен Юли... Ага. Юлиан. Геральт? Да, Юлиан. Я здесь по поводу объявления. Куплю все шкуры василисков, которые у тебя есть. В Изиме нынче мода на обувь из кожи рептилий. Да, да, держи. У меня при себе 3 шкуры. Позволь взглянуть. Отлично. Совершенно целые. Держи свою награду. Я возьму на себя работу Беренгара. Я разберусь с этой проблемой. А с какой проблемой? Блин, я уже не помню. Слушай, во-первых, подожди, с водяными. С водяными можно договориться. Неужели? Такова воля владычицы озера. Тебе что-то не нравится? Нет, ведьмак. Я ведь не идиот. В таком случае я должен передать ей от тебя дар. В знак твоей верности владычице и желания завершить дело миром. Конечно. Что мне ей подарить? Свадебный венок Алины? Алебастровую статуэтку. Алебастровую статуэтку, изображающую юного водяного, захватившего духа воды. Держи. Мне бы заплатили за нее неплохие деньги в Изиме. Но мир для меня важнее. Слушай, какой ты прям молодец. Какой ты прям молодец. Прям даже не пришлось себя уламывать. Подожди, Юлиан, а что там... Позже. А почему позже-то? А что ж там первое было по поводу Беренгара-то? Мне бы хотелось съесть. Шейся. Так, подожди, кусочек. Кусочек, кусочек. Где у нас... Трактирщица, трактирщик, кому я оставляю шмутки? Чем могу служить? Да-да-да-да-да. Кое-что, по-моему. Еще кое-что. Да? Давай сундук. Вот, наконец-то я дошла до сундука. Смотри, у меня этих рун... А вот, кстати, эта руна, она как бы постоянна или она потом так же, как и масло, расходуется? Так, смотри, осталась шкура Василиска. Что это такое? Хитиновый панцирь мне еще нужен будет. Яйцо, опять же, что мне теперь с ним делать? Кольцо.
Местная перцовка. Зачем мне в единичном экземпляре? Так, что вот это такое? Крепкое спиртное высокого качества. Ну, это когда мы будем делать. Так, вот опять Вяземский чемпион. Че он тут потерял? Да я где-то подхватила, пожадничала, а места нету. И вот еще. Все вот эти вот ингредиенты. Не знаю, глаза и давай я выкину. Вдруг они пригодятся опять куда-то. Ай, что еще отсюда выкинуть можно? Волчьего алоэ здесь не растет, насколько я видела. Дай-ка я его тоже выброшу. Волокна хна здесь были. Сухожилия. Брукс, пузырь водяного. В принципе, мне всего хватает, что здесь есть. Соль, это, по-моему, для чего-то нужно было. Пыльца смерти. Че еще выбросить? Челюсть. Печень зверя. Пыльца тени мы будем. Тарахея, по-моему, у нас киноварь. Жалко, что так нельзя посмотреть. Есть еще где кино... А, вот есть. Все, давай вот это тоже выбросим. Ну, так как-то, короче. Чего у меня тут только нет? Богатство. Низанская соль. А, уже выбрасывалась. Значит, можно еще раз выбросить. Ну вот, наверное, хорош. Да? Что это такое? Масло от призраков. Кстати, надо сделать... Или мы не будем больше орнитозавров встречать? Не хотелось бы. Ну да ладно. Все. Бывай, мужик. Я все пытаюсь сделать распродажу. Так, Юлиан, ты где, кстати? Он еще здесь? Будешь разговаривать? Позже. Не хочет он разговаривать по поводу Беренгара. Че ж я его сразу не спросила? Вот всегда выбор, что спросить. А если бы я его спросила сначала про Беренгара, он бы не стал говорить по поводу владычицы озера. Я могу чем-то помочь? Где он? Можешь. Геральт? Вот, видали? Я возьму на себя работу Беренгара. Я разберусь с этой проблемой. Послушай, у меня ужасно много дел. Я планирую собственную свадьбу. Ты представить себе не можешь, сколько времени отнимают приготовления. Зайди как-нибудь позже. Мы сейчас о чем говорили? А можно с тобой поторговать? Как интересно. Смотри-ка, что он продает. Коллекционера костей. Ага. Чародейки-волшебницы читали. Цветок пламя читали. Это мы читали. Псалмы безумия, да, мы читали? Интересно. Освобождение Скрыги от чар. Это мы знаем, но не читали. Двойной крест Альзура. Прошедшая цензура версия знаменитого труда мага Альзура, содержащая заклятие, позволяющее создавать ужасных чудовищ. 200. Слушайте, а куда нам это самое тратить-то? Давай-ка мы купим коллекционера костей. Да, мы его не читали. Так, что мы еще не читали? Освобождение Скрыги. Скряги. И двойной крест. Вот, а продадим давай серебряное ожерелье. Так, все равно у нас много денег. Хитиновый панцирь, по-моему, мне куда-то... А, на это для этих скалопендроморфов. Мне он нужен. Мы можем ему кремень продать. У нас все равно есть игния, если что. Вот, все.
Вот, и давайте почитаем. А то что ж, на свет давай выйдем, Гера, тут темно. Вот, и почитаем. Двойной крест. С чего начнем? Давайте коллекционера костей. 1340-й летом. Подразделение краснолюдов из добровольческой рати Махакама расположилось возле моего имения. Дни напролет офицеры играют в покер с костями. Интересная игра. 1340-й осень, то есть все лето они проиграли. Краснолюды уходят на юг, готовясь принять участие в великой битве с Нильгардом. Старина Мальнар подарил мне набор костей. Думаю, он хотел как-то вознаградить меня за все те игры, которые я ему проиграл. 1341 зима. Поездка в зиму была вполне успешной. Я выиграл в таверне приличную сумму. Какая жалость, что местные не желают больше играть со мной. Нужно научиться почаще проигрывать. 1341 весна. Жадеитовые кости стоили мне целое состояние, но без них моя коллекция будет неполной. Какие жадеитовые? Время от времени мне удается убедить местных жителей сыграть со мной, но чувствую, пора перебраться в город. 1341 осень. Что за невезение? Я только продал отцовские земли. Как только начну выигрываться, выкуплю все назад. Все, 1342 весна. Мне сказали, что в окрестностях промышляет банда дезертиров. Не думаю, что их заинтересует наша убогая деревня или мое скромное жилище. В конце концов, здесь нет ничего ценного. Может быть, они захотят сыграть партию в покер с костями? Да, парень подсел, короче, продул все земли, но... жадеитовые кости. Знаете что? Набор костей подарил ему Мальнар. И наверняка он был какой-нибудь такой, скажем, краплённый или еще какой-то со смещенным центром тяжести. Ну, короче, который позволял выигрывать. А он какие-то жадеитовые кости купил. И после этого стал все проигрывать, проигрывать и проигрывать. Потому что если ты не умеешь играть, а пользуешься именно всякими недозволенными вещами, то на нормальных вещах ты и не сумеешь выиграть, а скорее всего все проиграешь. Итак, чей это дневник был? Подожди еще раз. Глоссарий покер. Понятно. А, ну просто коллекционера костей. А в глоссарии у нас появился покер. И что у нас с покером не так? В дневнике одного коллекционера игральных костей сказано, что играл в покер с костями, стало особенно популярной деревня Темноводья во времена войны с Нильгардом. В этом районе до сих пор можно встретить отличных игроков. Так я уже с ними со всеми переиграл. Ладно. Геральт, там у нас еще книжечки. Освобождение Скрыги. Стрыги. Аноним написал. И сказал тогда ведьмак королю Фольтосту: заплати мне, король, и я найду твою дочь в темной гробнице. Я расколдую ее, если смогу, но если не смогу, убью, не помедлив. Король понимал, что это его единственный шанс, и передал судьбу дочери в руки ведьмака. Много часов колдун боролся со стрыгой. Колдун? Почему колдун? Ведьмак? Или... Ну да, тут уже колдун вдруг. Отгонял ее серебром и искусством магии. Сражался со зверем и не дал ей ранить себя, но и сам не наносил ей смертельные раны. И, наконец, он заперся в склепе, запечатал двери с помощью магии и стал ждать рассвета, ибо ведьмаки многое знают о чудищах и знают, что с первым утренним криком петуха колдовское создание будет расколдовано.
Книга добавляет запись в категорию персонажа. Угу. Ну, это мы тоже знаем. И кто же этот аноним писал? Очень интересно. Уж не Лютик ли? Итак, «Двойной крест Альзура». «Двойной крест Альзура» – издание, прошедшее цензуру братства. Ага. «На меня была возложена неблагодарная обязанность подготовки к изданию и без того уже неполной книги Альзура. Некоторые страницы были вырваны с описания методов создания ужасных тварей. Все, кто помнит Кощея и Ливия из Марибора, знают, сколько зла натворила эта книга, особенно описанная в ней «Двойной крест Альзура». Данное издание содержит информацию о таких существах, как Химера или Кощей, но не раскрывает секреты их создания. Ради вещей безопасности я призываю внимательно читать формулы и произносить согласные на вдохе». Книга добавляет запись в категорию «Бестиарий и ингредиенты». Угу. Ну что ж, черепоглав. Мы теперь знаем о черепоглаве. Ой, я чуть не свернула себе микрофон. Это что у нас? А, амулет, отпугивающий утопцев. Как-то я не особо заметила, чтобы они отпугивались. Вот, друзья, все, мы стали умнее. Умнее мы устали. Устали, стали. Как давай, она может так ко мне относиться? Не знаю, как. Как им кверху. Трактирщик. Чем могу служить? Еще кое-что. Да? Угу. Выкидываем все книжки, потому что я не знаю, где найти, кому их продать. И смогу ли я когда-нибудь кому-нибудь их продать. Неизвестно. И вообще, вон тут у нас целая куча всего. А из покупателей у нас тут только... А, подожди, этот же тут покупал. Жених. Слушай, Гера, вот тут нас сейчас пришел. Пока мы здесь. Давай, смотри, сколько у нас всяких колец. Оставим по одному, да? Вон там серебряное, можно же ему продать. Он же вроде покупал кольца. По-моему, он должен их покупать. Не, ну просто валяется, что жалко. Вон золотое кольцо. А, кстати, где алебастровая статуэтка? Ну-ка. А, туда мне не залезть. Подожди. Слушай, я ее не профукала. Не, ну я не могла. Эти всякие... Вот она. А это что? Элемент доспехов. Жалко, что я так нельзя посмотреть. Ну, ладно. Ладно, нельзя и нельзя. Так. Важно встретиться с ним. Юлиан. Ой. Полуденцы. Чушь. Геральт? Юлиан, давай торговать. Ты моя последняя надежда на освобождение от этого барахла. В конце концов, если понадобятся кольца, если вдруг куда-то резко понадобится, мы сможем их купить. Так, я ж не продала тебе этого. А, ну это просто спечатка. У нас был перстень. Золотое кольцо с бриллиантом. Посмотри-ка. Вот, все, отлично. Теперь побежали. Статуэтку мы взяли, теперь нам нужен водяной. Вот, теперь нам нужен водяной. И по дороге, может быть, там Беренгар созрел. Поговорим с ним. Чуть как-то мне очень не хочется лазить. Мы были в склепе? Ну, а какие еще тут склепы? В одном мы были вместе с ним, причем ничего там не было. Вон этот нагрудник, воротничок я вытащила оттуда. Что, ветереет? Нет, не ветереет. У нас тут все время так. У нас тут все время такое освещение. Так, вон Беренгар. Беренгар, ты созрел?
Я тут начитался всякого. Да? Где я могу найти мирного жреца водяного? Около алтаря владычицы озера на берегу. Иногда догонопоклонники отгоняют его, так что есть вероятность, что тебе придется подождать. Понятно. Да? Будь здоров. Вот, Берингар, я от тебя была лучшего мнения в третьем Ведьмаке. Пока я тебя не знала, ты мне нравился больше. Вот, а еще есть вероятность, что нам опять придется сидеть и ждать, когда тут не будет догона поклонников, и когда появится этот водяной. Да? Мы же с ним ночью, по-моему, говорили. Да, как видите, так все оно и есть. Так все оно и есть. Ладно. Пошли к костру. Нам все равно надо сделать масло от орнитозавров на всякий случай. А почему нет? Если мы можем это сделать. Смотри, она тут и спит прямо. Пусть у этого ребенка точно нету дома. Девочка. Я знаю все на свете. Ну, спроси меня что-нибудь. Хочу тебя спросить, где ты спишь. Доброго здоровья. Где ты живешь, вернее. Где ты спишь, я уже вижу. Кошмар. Наяда. Так, ладно. Ну, с Наядой мы, наверное, разговаривать не будем. С ней о чем говорить-то? Давай поговорим. Только что посмотреть на нее. Вот, вот. Жреца водяных. А ты не знаешь, где можно найти мирного жреца водяных? Обычно он молится у алтаря владычицы озера на берегу. Почитатели Дагона его отгоняют, но он все равно возвращается. Надо только подождать. Понятно. Ой, это-то мне понятно. А вот не скажешь ли, сколько его ждать? Слушай, а здесь же был костер вроде как, нет? Ну, тут где-то тоже был костер. О, сундук. А, ну да, здесь же были эти самые. Не было тут никого, ну-ка. Вау. Кольцо с бриллиантом. А как так мы тут не были? А почему мы сюда не заходили? Ай-яй-яй. Кольцо с бриллиантом чуть не пропустили. Кстати, вот в игре, смотрите, все продумано. Помните, это, как его, сестра-то этой Алины, распутная, сказала, что ей нужно кольцо с бриллиантом, и тогда она тролливали с нами. Мы ей дали кольцо с сапфиром. Она сказала, что за фигня. Но все равно для того, чтобы просто досадить сестре, вот, она докажет, что может соблазнить каждого. Ну, как-то так это звучало. Вот. А оказывается, вот, пожалуйста, даже покупать ничего специально не надо. Вот вам кольцо с бриллиантом лежит себе в сундуке, ждет. Так, Геральт, мы забегались. Где-то тут не так далеко был костер, я помню. Он тут был. Надо было так далеко бегать. А вот он. Вот. Ну что, опять сидим, опять до ночи. И давайте-ка посмотрим. Мне чуть-чуть осталось до уровня, но увы-увы. Давай займемся алхимией. Сделаем нам этот. Так, это что у нас? Духи? Зачем я делала духи? Я, по-моему, делала все подряд.
Так, черная кровь. Кровь, яд смертельный для... Кстати, черная кровь у нас есть? Наверное, нету. Или есть масло от падальщиков, каринское масло, серебряница, духи, целуй, слезы жен, экстракт, филин, мед. Опять филин? У нас два филина. Надо какого-нибудь филина... А, это с рубеда добавка. Пурга, арафард почему-то. Так, смотри, черная кровь. Может быть, надо сделать, но, наверное, серебряница, маслопадальщики, орнитозавры. Вот, инсектоиды мне нужны. Во-во-во-во. Масла от инсектоидов у нас, по-моему, нету. Каринская, падальщики и призраки. А вот инсектоиды, ну, прям очень надо. Так, только знаешь, что рэббис можно, наверное, добывать не обязательно из челюстей, а из чего-нибудь более простого. Чего у нас дофига и больше. Так, и... А что это тут? Почему-то красное. А почему-то красное. Так вот, это у нас что, эфир, да? На эфир у нас пошли мозги. Это типа дополнительно этот самый перит. Так, здесь у нас что, квербит. Квербит у нас пойдет. Тоже чего у нас много. Это штуки. А здесь киноварь. Киноварь, давай-ка вот этого. Перит. Он что ли какой-то квестовый или еще какой-то был? Не знаю, почему он красным тут светился. Так, и внутренняя это самое. Это я поменять, к сожалению, не могу. Давай смешиваем. Итак, нам добавилось, что это было масло от инсектоидов. Это вот нам с этими скалопендроморфами. Жалко, что нельзя сделать сразу два. Инсектоиды. Давай еще сделаем. Вот, сразу ставим это. Сразу ставим мозги. Сразу ставим эту штуку и киноварь. Вот. Отлично. Теперь это мы сделали. Значит, масло, орнитозавры. Нужно нам масло? А вдруг нужно? А вдруг нет? Ну, по крайней мере, мы уже вроде закончили с ними. Хорошо, не буду я делать. Так, теперь... Что я хотела еще сделать? Ну, ласточка, наверное, никогда не помешает. Ласточки никогда не бывает мало. То же самое. Так, 34. Шибалец. Ты и ты. И эфир, эфир. Кто бы мог подумать, что в мозгах утопцев столько эфира. Вот. Хорошо. Все, медитируем мы с вами до полуночи. Жалко, конечно, смазку на мече пропадает, но у нас больше тут нету никаких гаденышей, которых нам надо было бы прибить.
Вон они ходят. Ну, то есть опять их надо поубивать, да? Подожди, Гера, смотри, они отшатываются. Давай. Как бы мне не пришлось еще сидеть часик. А что за ножки вот это вот такое? Сухожилие. Выглядит как ножка от кузнечика. Ух ты, чешуя водяного. Что-то такого не было у нас еще, по-моему. Или была, я было, и я выложила. Так, а, вон еще жрец Дагона. Подожди, Гера, здесь надо силовой. Что, не силовой? Быстрый? Как-то я сомневаюсь, я что быстрый. Больно долго ты его ковыряешь. Он что, лечится, что ли? Что это сейчас такое было? Он лечился? Ах ты, зараза! И что? И как? У нас обстоят дела. Не, ну народ, ну так же, ну это ж дурдом. Где там уже этот ваш водяной? Да, он типа есть, но вот иногда это надо подождать. Мы здесь уже битый день бегаем. Ну это совершенно не по кайфу, нельзя так делать в играх. Это отбивает всякое желание вообще. Играть, понимать, я понимаю, почему у многих... С кем я разговаривала по поводу первого Ведьмака, как говорится, подгорала, когда они, ну, говорят, нет, говорят, я, говорит, не смог эту игру пройти до конца, потому что. Так, ну что, ждем один час. Если сейчас окажется, что здесь опять эти последователи Дагона ожили, то я не знаю. Ну, вроде как их нет. Смелая девочка тут у нас всегда. А водяного все нет. Может, он вообще не здесь? Ну как? Ну, сказали у алтаря. Вот это алтарь. Ну а что это еще? Может, ему рыбу какую сюда бросить? Но они сказали, что нельзя рыбу. Рыбу их наоборот рассердит. Надо только подождать. Надо только подождать. Гера, пойдем утопимся. Вот, друзья, ладно, я не знаю, сколько можно ждать, и нужно ли ждать, и как вообще с этим быть. Мы сделаем следующее. Я, наверное, буду вылавливать жреца водяных уже за кадром. Вот, потому как, ну, у нас опять с вами будет бесконечная серия, которая ни в какой формат не уместится.
и будет у меня загружаться 3 дня. Нам это надо? Нам это не надо. Вот. Сейчас последнюю попыточку мы с вами сделаем. Часик. Часик, Гера, давай часик. Скольки? Почти до рассвета. Может быть, надо съездить к этой самой, к... Где только что был рыбак? А? Король, рыбак. К владычице озера отдать ей эту статуэтку. Мне скучно. А мне-то как скучно, ты себе представить не можешь. Бегать и искать водяного битый час. Ну, нет его, и все. Он один раз нам показался, как ясно солнышко, и свалил. Зараза. Водяной, водяной, приходи играть со мной. Друзья, я с вами здесь попрощаюсь, как я и скажу, попробую я дождаться водяного, когда бы это ни было. Вот. Ну, а если нет, то тогда, не знаю, тогда попробуем как-то ходить к владычице озера и ее трепать за космо и говорить, где я твой водяной, подать сюда Ляпкина-Тяпкина. Смотрите, как красиво. Я думаю, вам будет видно, насколько... Такие цветные искорки летают над этим алтарем. Всех цветов радуги. Очень красиво. На темном фоне. Ну ладно, надеюсь, что-нибудь вы доувидели в этой темноте. А я с вами прощаюсь. Огромное спасибо всем, кто эту серию посмотрел. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.